Готовь сани летом, а телегу зимой, гласит пословица. А следуют ли ульяновцы народной мудрости? Расскажите, пожалуйста, как вы готовитесь к предстоящей зиме? Не знаю, с оптимизмом. Что, купили куртку? Пуховик купили, обувь купили. Машин у меня нет, перебывать нечего. А так все хорошо. Машину переобул на зимнюю резину. А еще? Все. А куртки есть, шапки? Имеются, да. А одежда, слава богу, есть пока. Вот, мы готовы к зиме, пусть приходит. Будем очень рады. Нет, сани я готов летом. А зимой я готовлюсь к лету. Поэтому к зиме готов, утеплен. Переобули машину? Машину переобул, квартиру утеплил, батареи греет. Жить можно. Да, я все купила. Готовлюсь хорошо. Ожидаю новогодние праздники. Очень всему рада. Машину переобули? Будем заниматься данным вопросом завтра. Но в городской жизни, может быть, особенно готовиться к зиме не нужно. Только вот, может быть, какие-то теплые вещи. Но это нужно каждый раз людям готовиться к зиме каждый год? Ну, не знаю, возможно. Но, может быть, люди просто раз в 10 лет готовятся к зиме? Они накупили себе раз в 10 лет 10 курток, и они уже готовы к зиме? Не готовились. Почему? Ну, не знаю. Ну, пуховик, сапоги есть? Пуховик есть, сапоги есть, валенки есть. Все, готовы. Осанки, ледянки? Этого нет. А надо? Готовимся. А каким образом? Вещи теплые покупаем. Да, шапки, да. Перчатки. Ага. Да. А машину переобули? Она уже переобута. Да. С летом уже переобута? Да. Ну, понятно, спасибо. А носки связали теплые? Не связали, купили. Только что сегодня купила. Носочки? Они в рюкзаке, да. Теплые такие, с начесом. К зиме мы готовимся, мы утепляемся. Каким образом? Надеваем теплые вещи. Ну, то есть к зиме готовы? Я куртки думаю, все да, купили? Конечно, да. Готовы. А вы готовы? Я тоже готова. А вы, телезрители, готовы к зиме?